Карантинное безумие продолжается. Одесситы крушат троллейбусы и трамваи из-за новых ограничений в перевозках до 10 человек. За два дня сумма ущерба превысила 90 тысяч гривен. Всего пострадало 2 троллейбуса и 3 трамвая. Если трамваи за ночь удалось починить, то троллейбусы вышли из строя надолго. Сегодня на улице Приморской хулиган оттянул дворники у нового троллейбуса и отпустил их, в результате чего на лобовом стекле образовалась трещина. Машина на 10-м маршруте. Из-за неадекватности пассажира потеряла зеркало. Также сегодня на вагоновожатую 12-го троллейбуса напала пенсионерка и избила ее. Во всех случаях были разбиты стекла. Это на трамвае на поселковом направлении на 7-м маршруте был кинут камень в заднюю площадку, полностью вынесли заднюю площадку. Пострадавших не было ни в одном случае. На Черноморском направлении кинули камень. Здесь тоже в обоих случаях, в одном случае кинули камень, в одном случае ударили дворником по лобовому стеклу. Если по БКМ у нас стекло есть, мы попробуем его восстановить где-то в течение недели, то по Богдану запасных частей нет. Сегодня у нас побили, можно так сказать, ударили водителя нашего, женщину, которая работала на 12-м маршруте. Она была побита пенсионеркой, которая отказалась выходить на конечной остановке. Водитель получил стресс, мы зарегистрировали данное происшествие в полиции, сейчас она находится дома. В Одесгорэлектротрансе говорят, водители работают в стрессовой обстановке и уже второй день страдают из-за неадекватного поведения пассажиров. Сегодня мужчина устроил одиночный пикет и лег на рельсы перед трамваем, требуя, чтобы его пустили в салон. Водители в случае агрессивного поведения вызывают полицию, двоих пассажиров задержали.